Как будут решать проблемы дольщиков и благоустройства? Химчане получили ответы на эти и многие другие вопросы. Руководитель муниципалитета Дмитрий Волошин представил доклад о проделанной работе и рассказал о стратегии развития округа на следующие 5 лет. В 2019 году запланирован ремонт 760 подъездов, благоустройство 56 дворов и 6 скверов. В этом году мы планируем работу по открытию новых парковочных мест. Более 1500 мест будет обустроено в подземно-наземных паркингах в новых жилых комплексах. Социальные объекты – отдельная важная тема. Уже в этом году в Химках откроют 3 детских сада, школу, поликлинику, крытый каток, бассейн и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. Проблемы благоустройства и недобросовестных застройщиков также волновали жителей. Работы на стройке не ведутся, хотя срок сдачи объекта в 4-й квартал 2019 года, но нас, дольщиков, волнует вот этот... Если стройка стоит порядка 2 месяцев, это еще не означает, что компания обанкротилась и с ней что-то случилось. Но мы обязательно разберемся и посмотрим на этот участок внимательно, совместно с нашими коллегами. В зале больше 800 жителей. На каждый вопрос детальный ответ от экспертов. Установили специальные мобильные приемные. Консультации проводили представители сфер образования, ЖКХ, здравоохранения и многих других. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.